Привет! В этом видео мы поговорим об обобщениях. Я объясню, что это такое. Мы рассмотрим синтаксис и я расскажу о приближениях. Обобщения Generics позволяют одной функции работать с различными типами данных. Это уменьшает дублирование кода. А меньше кода означает меньше ошибок. Обобщения определяются с использованием интерфейсов и называются ограничениями. В контексте обобщения можно сказать, что параметры функции и возвращаемые значения ограничиваются определенным набором интерфейсов. Давайте рассмотрим синтаксис обобщений. Здесь мы создаем обобщенную функцию. У нас есть ключевые слова функции и имя функции, за которым следуют квадратные скобки. Затем у нас есть параметры функции и тип возвращаемого значения внутри квадратных скобок. Мы определяем ограничение обобщения. И мы говорим, что есть некий тип с именем t, который ограничен интерфейсом. У нас есть запятая, так что у нас есть два обобщения. У нас есть второе обобщение с именем u, и оно ограничено интерфейсом константа или интерфейсом const b. Затем мы используем типы t и u в качестве аннотации типов. Здесь в параметрах функции. Это означает, что любой тип данных A, который мы используем, должен реализовывать интерфейс констант. И любой тип данных B должен либо реализовывать интерфейс констант A, либо интерфейс констант B. То же самое относится к типу возвращающего значения. Любой тип, который мы возвращаем из этой функции, должен реализовать интерфейс констант. После того, как мы рассмотрели синтаксис, давайте посмотрим на пример. Здесь мы создаем функцию с именем SQL. Ее единственное назначение – определить, равны ли два разных объекта. Функция принимает параметры a и b, и оба параметра имеют тип t. Наш тип t должен реализовывать интерфейс comparable. Интерфейс comparable является одним из обобщенных параметров, предоставляемых в стандартной библиотеке. Мы рассмотрим все предоставляемые интерфейсы на следующем слайде. Для вызова обобщенной функции ничего особо делать не нужно. Просто указываем имя функции, используем скобки, как обычно, и передаем аргументы в функцию. Когда мы передаем два значения to, компилятор Go увидит, что оба типа данных одинаковы, так как A и B должны быть одного и того же типа. Он также проверит, реализован ли интерфейс comparable для значения to. В Go интерфейс comparable реализуется для чисел. Поэтому эта проверка будет выполняться и функция выполнится. Мы можем сделать то же самое для строк, так как строки также реализуют интерфейс comparable. И мы можем вызывать функцию со строками и символами runs. Благодаря обобщениям нам достаточно написать эту функцию один раз. И мы можем использовать ее с тремя разными типами данных. Большую часть времени компилятор сможет определить тип, который будет использован для функции. Давайте теперь рассмотрим, как создать ограничения обобщения. Поскольку ограничения обобщения являются всего лишь интерфейсами, все, что нам нужно сделать, это создать новый интерфейс. Вот здесь вверху мы называем его integers32. Это ограничение обобщения ограничивает тип только 32-битным целым числом. Здесь у нас есть знаковое целое 32-битное число. И беззнаковое целое 32-битное число. Мы можем использовать вертикальную черту для указания или тип, используемый с интерфейсом integer32. Может быть либо знаковым числом, либо беззнаковым числом. Оба содержат 32 бита. Здесь у нас есть функция с именем sumNumbers. У нее есть обобщенный тип t, ограниченный интерфейсом integer32. Она должна принимать массив типа t и возвращать тип t внутри тела функции. Мы создаем новую переменную sum, которая будет содержать общую сумму и указывать, что это тип t. Затем мы просто складываем все числа вместе и возвращаем сумму. Здесь внизу мы создаем два среза slice. Один с знаковыми 32-битными целыми числами и один с беззнаковым 32-битным числом. Мы можем использовать функцию sumNumbers с обоими разными типами данных. И функция все равно будет работать.
Одна вещь, о которой следует помнить при работе с ограничениями обобщения, состоит в том, что они должны быть точным соответствием. Таким образом, наши ограничения здесь интерфейс integer32 должно иметь тип int32 или unit32. Внизу мы создаем псевдоним типа с именем myInt и устанавливаем его как int32. Однако, ваше ограничение обобщения здесь имеет только int32 и unit32. Оно не имеет myInt. Если мы затем создаем срез myInt и пытаемся использовать его с функцией sumNumbers, мы получим ошибку компилятора, потому что наш myInt не указан в интерфейсе integer32. Чтобы решить эту проблему, нам нужно использовать обобщенное приближение. Приближение можно указать с помощью тильды перед именем типа. И это означает, что все, что является типом int32 или unit32, независимо от фактического имени, будет рассматриваться как часть интерфейса integer32. Таким образом, мы видим, что наш myInt здесь является int32. Мы используем обобщенное приближение для типа int32, поэтому любое значение, которое также является int32, независимо от имени, будет работать с функцией. Таким образом, наша myInt является int32, и поэтому все будет работать, поскольку мы теперь используем приближение. Теперь, когда мы рассмотрели синтаксис и использование обобщений, давайте посмотрим на некоторые встроенные ограничения. Во-первых, у нас есть ограничение any, которое представляет любой тип. Если вы создаете обобщенную структуру данных и хотите, чтобы она работала с любым типом, вы можете использовать any в качестве обобщенного ограничения. Затем у нас есть ограничение comparable, которое проверяет равенство. Для этого используются два знака равенства. Также стоит отметить, что ограничения any и comparable экспортируются глобально, поэтому вам не нужно импортировать пакеты для их использования. Остальные ограничения являются частью пакета constraints. Для использования этих ограничений вам потребуется импортировать этот пакет. Во-первых, в пакет constraints у нас есть ограничение insignate, которое представляет все беззнаковые целые числа. Затем у нас есть ограничение signate, которое представляет все знаковые целые числа. И затем у нас есть ограничение ordered, которое будет использоваться для сортируемых типов. Если вы хотите сравнить значение, например, с использованием операторов больше или меньше, тогда вы будете использовать ограничение ordered, которое у нас есть ordered. Затем у нас есть ограничение integer, которое представляет все целые числа, включая знаковые и беззнаковые. Затем у нас есть ограничение float, которое представляет числа с плавающей точкой. И ограничение complex, которое представляет комплексные числа. Мы рассмотрели обобщенные функции. Теперь давайте посмотрим на обобщенную структуру. В этой обобщенной структуре мы работаем с пакетом constraints. Мы создаем новую структуру с именем myArray. У нас есть квадратные скобки, внутри которых находится обобщенный тип t, ограниченный ordered из пакета constraints. Затем у нас есть внутренние данные, которые просто являются срезом типа t. Затем у нас есть функция получатель, которая является получателем указателя на myArray. И мы указываем, что она должна быть типа t, поскольку мы уже определили тип t здесь, как ограничение ordered. Нам не нужно сделать это снова. Так что каждый раз, когда мы используем t, функцию получателя, он будет относиться к этому t, который был указан здесь, как часть myArray. То же самое относится к возвращаемому значению. Это будет ограничение ordered из пакета constraints. В теле функции ничего интересного не происходит, и мы ничего не используем. И мы не используем обобщение. Просто пишем функцию так, как обычно. Внизу мы создаем новый myArray. Мы указываем, что хотим, чтобы он был обобщенным для целых чисел, и устанавливаем наш внутренний стек в виде среза целых чисел. С этими значениями мы можем запустить функцию ArrayMax, чтобы получить максимальное значение в массиве, что должно вернуть 89, поскольку мы создали myArray как обобщенный с ограниченным ordered.
Мы можем использовать его целым числом, строкой и числом с плавающей точкой. Мы можем использовать любой тип данных, реализующий интерфейс Odorant. Теперь мы можем делать все это только с одним определенным типом в нашей функции ArrayMax. И давайте сделаем краткий обзор. Обобщенные функции позволяют сократить дублирование кода. Обобщенные ограничения – это интерфейсы, которые определяют допустимые типы. Используйте символ тильды для приближенных типов. Приближенные типы позволяют проверять базовые типы при использовании типовых псевдонимов. В пакете Constraints стандартной библиотеки имеются часто используемые ограничения. И ограничение Comparable всегда доступно для использования в нашем коде.